Молодые профессионалы группы ЧТПЗ вновь проявят себя в профмастерстве. Корпоративный чемпионат WorldSkills High-Tech стартовал в стенах образовательного центра, который является специализированной площадкой компетенции WorldSkills. На торжественной церемонии участники получили напутствие от руководства новотрубного завода и сами поклялись соблюдать правила чемпионата. От имени всех экспертов я обещаю, что мы будем исполнять наши обязанности на этом чемпионате с полной беспристрастностью, ценить и уважать правила чемпионата. Клятвы, принесенные на открытии соревнований по профмастерству, стали здесь доброй традицией. Второй год корпоративный чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы» стартуют на площадке образовательного центра группы ЧТПЗ. Для руководителей предприятия это очередной значимый этап в подготовке специалистов для инновационных цехов компании. Все, что здесь будет происходить, воспринимайте как возможность. Потому что важно всегда себя правильно оценивать. Нужно рисовать себе различные мечты и задачи, но для того, чтобы их добиться, нужно обладать определенными навыками. Поэтому сравнить себя со своими коллегами, со своими друзьями, с требованиями, которые выдвигаются к определенным профессиям, это очень важно для того, чтобы выявить те зоны, которые нужно будет развивать. 25 сотрудников группы ЧТПЗ из Ижевска, Челябинска, Альметьевска и Первоуральска в возрасте от 18 до 28 лет покажут профмастерство в 5 компетенциях – мехатроника, промышленная механика, сварочные технологии и других. Все конкурсные задания корпоративного этапа составлены в соответствии с международными стандартами движения WorldSkills. Сейчас очень много говорят о престиже рабочих профессий. И вот я считаю, группа ЧТПЗ не просто говорит, а проводит и дает возможность людям, которые являются мастерами своего дела, на самом деле это показать, продемонстрировать. Соревнования будут идти 3 дня. Для молодых профессионалов это еще одна возможность обменяться опытом и усовершенствовать свои профессиональные навыки. 3 дня, которые, как я надеюсь, подарят вам яркие эмоции, новые знакомства, новое открытие в себе, новое открытие в людях, которые соревнуются рядом с вами. Впервые в качестве гостей и участников чемпионата станет команда из Бразилии. Филиппе Сильва де Оливейра первый раз в России. В корпоративном чемпионате WorldSkills покажет профмастерство в компетенции промышленная механика и монтаж. Я очень счастлив, что нахожусь здесь и что принял это приглашение. Благодаря партнерству России и Бразилии, здесь я получу новый опыт, который мне поможет при подготовке к международному чемпионату WorldSkills. Во-первых, я приобрету новые знания, а во-вторых, это мне пригодится для моего личного профессионального роста. Чтобы участвовать в этом чемпионате, Филиппе и его наставнику пришлось в течение 2 лет проходить отборы разных уровней внутри своей страны. Здесь иностранных гостей прежде всего впечатлил уровень подготовки, который обеспечивается в стенах образовательного центра группы ЧТПЗ. Меня впечатляет прежде всего, что обучение происходит непосредственно на промышленном участке, внутри, что учебное заведение как ветвь промышленности. И впечатляет то, что ученики обладают достаточно широкой автономией в образовательном процессе. Во втором корпоративном чемпионате WorldSkills много новичков. Соревновательный опыт молодым профессионалам будет полезен, считают эксперты и сами участники. Большой вызов – показать свои возможности, увидеть свои недочеты и попытаться их исправить, научиться чему-то новому. Сборка предстоит. И следующее – программное обеспечение. То есть надо запрограммировать контроллер, и чтобы все механизмы выполняли свою функцию согласно заданию. Уже завтра у участников первый день соревнований. Первая компетенция – мехатроника. Татьяна Уварова, Евгений Шилов, служба народных новостей.